Мы находимся на форуме «Магазин 2021», разговариваем с нашими экспертами. Татьяна, у нас спикер, будет рассказ про холодильное оборудование. Вы заявляете, тема вашего доклада про то, что вы умеете оптимизировать квадратный метр, затраты с одного квадратного метра. Расскажите подробнее, про что это. Добрый день. Да, действительно, не просто холодильного оборудования, а речь о комплексном оснащении магазинов. И мы, являясь на протяжении уже 8 лет ключевым партнером команды «Метро» и «Фасоль», оснащаем малые магазины у дома, что называется, под ключ. И очень важно сегодня сделать так, чтобы каждый квадратный метр площади работал, чтобы магазин максимально исключал такие решения, там, как мертвые зоны, как какие-то неудобные, некомфортные решения. Поэтому в рамках нашего производимого нами оборудования в бренде B-Blocks мы стараемся максимально стандартизировать по всем по габаритным параметрам, по техническим параметрам наше оборудование, будь то стеллажные решения, холодильное оборудование. Очень много у нас отдано линейки доп. Оборудования для обеспечения зоны кафе, для реализации решений для фастфуд, каких-то отдельных даже комбинаций с хорикой. И сегодня это очень важно, найти такой баланс между красотой, между тем, чтобы это было стильно и современно, и тем, чтобы это было максимально функционально, экономично. Много уделяем внимания энергосбережению, использованию современных технологий. И, наверное, я вот с радостью могу сказать, что для нас очень важно внедрять это в малые форматы. Да? Не просто оснащать там супермаркеты, которые у нас всегда там были законодателями, наверное, моды до там последнего времени, а делать это и для малых магазинов, для розничных клиентов и предлагать им современные решения. Спасибо большое. Вот такая экспертиза звучит в стенах CMT. Это форум-магазин 2021. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.